Злой монах представляет. Всем привет, блин, и сегодня у нас монашка опять. И сегодня мы будем покупать всякую фигню, потому что у нас очень много монет. О, подарок. Давайте. Круто. Так, мои улучшения. О, горшочек. Монашка. Нифига себе, маска собаки дорогая. Пиксельная голова. Смотреть видео. Прогресс. Украшение. Твоей монахине. Я куплю тебя. Все. Будем сейчас играть на изи. С этим горшком. Ну что ж, поехали. Монашка еще будет. Смотрите. Если она там улица, наступит на горшок и взорвется. Смотрите, сейчас будет прикол. Ну, взрывайся. Давай. Офигеть. Блин, офигенный горшок. Я хочу, чтобы таких горшков больше было. Так, мы сегодня будем проходить, давайте, через парковочку. Морковочку. Так, давайте-ка поищем. Вот тут у нас чего. Музыка погони какая-то тут играет. Закрыто, странно. Паровозик. Всего 200 монет осталось. Блин. Ищем монеты. Так. Карточка. Не та карточка. Не та карточка, блин. Давай еще одну карточку. Кабель. Кабель. О, монеты. Наконец-то. О, голова. Чья-то. Где карточка? О, желтый ключ. Круто. Блин, офигенный горшок. Мне он нравится. Так, взяли. Ой, там монеты. Только я боюсь сюда идти, потому что монашка меня там может сожрать. Я туда не пойду. Не-не-не. Пойдем включать выключатель. Включать выключатель. Это же просто гениально. Ой. Иди. Отлично ушло. Так точно наши свои очки потеряли. Вот. О. Монетки. Заберем. Они так заманчиво тут блестят. Как их не забрать? Где-то мой горшочек с медом. Вот мой горшочек с медом. Где горшочек? Где горшочек? Горшочек не вари. Не взорвал. Блин, я на книгу кинул. За вторым идем. Хотя лучше взять огнемет.
нужно быть аккуратнее с этими штуками, потому что они взрываются от малейшего прикасания. Уже я уже их огнетушителем даже взорвал случайно. Где? Ой. Там ход ходит. Я сваливаю. Монашка уходит. На мячу. Вот тебе мяч. Ты куда помчался вскачь? Я тебя уйду. Я от Грэнни ушел. От мистера Мита ушел. И от тебя уйду. Второй раз. Ну или не уйду. Да ладно, пофиг. Берем горшочек. Я сейчас полностью экипирован буду. У меня и огнемет, и горшочек. С медом. Да вы издеваетесь? Ладно. Фиг с вами, не буду свои монеты тратить. Лучше возьму огнемет. Нифига себе, ты ровно встал. И на что ты можешь быть таким ровным? Подожгу и тут все. Иди сюда на смертный бой, монашка. Да, можно. Сейчас сгорит. Вот тут что-то не горит. Сжег. 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 Я тут вся сжег. Из рук. Ты не горишь, сволочь. Горшочек закончился. До свидания.